хорошо, спокойно. Это что, у тебя карамель? 2000. Ящик. А это что, палочки что? 1500. Ящик. Это что, кофе? Эквадор 2000. 5. Нет, давай 10 банок. И водку. 1870. Ящик. А денег-то у тебя хватит? Хватит. Говном воняет. А деньги пахнут, что ли? Скажите, это склад тот самый? Да. Слава богу, я пока к вам попал, ни вывески, ничего. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Вот это я могу? Это что? Сколько? Можно одну? Одну. А полторы? Дальше. Скажите, а у вас есть, подождите, а можно я с женой? Я мигом. Пропуск на одного. А позвонить? Отсюда нельзя. А сюда? И сюда нельзя. Быстрее, у меня рабочий день кончается. А завтра? Пропуск на сегодня. А вы не поможете мне? Я не знаю, что вам нужно. Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно, что у вас есть? Что вам нужно? Что мне нужно? Мне нужно все. Лекарства какие-нибудь. Какие? Какие у вас есть? Какие вам нужно? Ну вот, допустим, пиримидон. Сколько? А, нет. Ну что, пиримидон? Нет. Ну что, нет, ну что у вас? Нет, пиримидон тоже. Ой, господи, что ж мне нужно? Так сколько? 10. Да что я с пиримидоном? Ну что, 8? Да, 10. Пожалуйста. 15. Пожалуйста. И еще 2. Можно. Ну, еще одну. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вам нужно? Что вы пристали, что мне нужно? Мне сказали в порядке исключения для поощрения. А, так вы отказываете? Нет. Ну, из одежды что-нибудь. Что? Шапки. Одна. Да, 2. Дальше. Ну, еще 1. 3 дальше. 4 пишите. Так, обувь. Сандалий импортных нет? Есть. Белые. Сколько? Белые. Сколько? Они белые? Они белые. 2. Пары? 1 и джинсы. Белые? Синие. А что, и белые есть? Белые 2 и сандалии 2. Пары? 1. Нет, 2 и джинсы. 2 и джинсы 1. И белые, и синие 2. И сандалии 2. Пары? 2. 2. 3. 3. 4. 4. Я же только себе. У меня что-то еще... Нельзя, только вам. Вас понял. Скажите, товарищ, что у вас из продуктов питания? Что вас интересует? Что меня интересует? Меня интересует поесть. Ну, допустим, вот скажем, есть ли колбаса? Батон? 2. А хорошая? 2. 3. А какая? Какая вас интересует? Такая покрепче. Значит, 3. А что есть? 4. 4. 5. Ну? Ясно. 4 и 1 чуть раньше. Ну, значит, 5. Почему? Сначала 4, потом 5. Хорошо, дальше. Что у вас есть? Что вас интересует? Крабы есть? Сколько, 1? Да, 2, 3, 4. А вот я слыхал, бывают такие бывают... Я слыхал... Языки бывают такие оленьи. Я, конечно, понимаю. Сколько? Есть! Сколько? Кило. Они в банках. Тогда 1. Нет, 2. Нет, 3. Чтобы уж сразу. Ну, если вам все равно 4. Вы их не будете есть. Они своеобразного посола. Тогда 1. 1. Нет, 2. Себе и на работе. Нельзя, только вам. Я сам съем, вы сможете посмотреть. Ну, 1. 1. Нет, 2. Вдруг подойдет, я тут же съем 2. 2. 2. 1. Нет, 3. Нет, у меня денег не хватит. Скажите, товарищ, а вот, скажем, рыба... Сколько? А вот свежая. Живая, что ли? Живая, да. Какая? Свежая рыба, живая. Какая? Ну, какая вас интересует? Ну, рыба свежая, живая. Какая? Ну, какая живая? Какая живая? Живая, свежая. Какая? Ну, какая живая? Какая живая? Я и не помню, какая она живая. А! Сазан!
Сколько? Что есть? Ну. А сом? Ну. Что есть? Сколько? А стерлядь? Ну. Что есть? Сколько? А форель? Сколько? Что есть? Сколько? Две. Две. Три. Три. Четыре. Четыре. Четыре и стерлядь. Пять. И сом. Испортится он у вас? Тогда один. Пишу сразу два, но они испортятся. Пишите три и пусть портится. Вобла. Сколько? И пиво. Какое? Какое у вас есть? Какое вас интересует? У нас 8 сортов. Давай 5-й сорт Жигулевская, пожалуй, получится. Ящик? Бутылку. Все? Водка есть? Какая? Московская. Сколько? 100. Бутылок? Грамм. Что, здесь? Здесь, конечно, где же еще? Конечно, здесь. Металл нужен там, эти курицы. Нет, это сейчас, просто... нет, это... Скажите, валенки есть? Сколько? Не нужно-то я так. Так, все. Нет, не все, не все. Все, давай. Все. Кофе, все. Кофе. Все, сами повезете заказ. А вы и повезти можете? Адрес? А вы все положите. Может, я помогу завернуть? Куда везти? На Чехова? Нет. А в другой город? Можете? Адрес? На Красноярск? Нет. Давай ко мне. Нет, там Жорка вцепится. Куда мне это все везти? А вы можете на Пушкинской ночь в подъезде переждем? Кто ж ночью повезет? Замаскируем под куст. Не производим. Тогда брезентами двух солдат при орудии. Это гражданский склад. Севзап, энергоразведка, все, склад нет, закрыт. Не все, попрошивайте. Товарищ, попрошивайте, склад закрыт. Попрошивайте. Попрошивайте, склад закрыт. Попрошивайте. Попрошивайте отсюда нас. И вас всех с моего склада попрошивайте. А ну-ка, нет, сюда, братья. Стись.